21-я ежегодная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» собрала более 900 учеников из разных районов республики. Мероприятие стартовало сегодня. В этом году ребята читают свои доклады по 29 научным секциям. По словам экспертов, с каждым годом повышается уровень работ, расширяется разнообразие тем научных исследований. Традиционно самым сильным направлением являются естественные, экологические, медицинские и сельскохозяйственные темы. В рамках конференции в течение 2 дней пройдут научные выставки, логические игры, выставки рисунков. В этом году дети впервые представят свои исследования на английском языке. В прошлом году мы выиграли большой научный кубок Российской Федерации. Это самое большое достижение за 20 лет нашей работы в республике. В этом году постараемся тоже попасть на хорошем российском уровне. Ну и вообще в целом у нас впервые за много лет 6 стипендиатов президента Российской Федерации от программы «Шаг в будущее». Никогда такого не было количества. Это, конечно, вся та большая работа, которая 20 лет проводится программой «Шаг в будущее».